должникам нашим. Друзья, я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию КНЛС «Новая жизнь», вещающая из Индийского океана на русском языке, можно слушать два раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 11 885 кГц в диапазоне 25 метров. И с 19 до 20 часов по UTC на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Повторяю время и частоты наших передач. Слушайте нас на русском языке из Индийского океана два раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 11 885 кГц в диапазоне 25 метров. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающее время и частоты трансляций на китайском, английском, арабском, испанском и португальском языках, то пишите нам по любому из следующих двух адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99-556 США или Россия, 191-028, Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию о нашей станции вы можете также почерпнуть из нашей интернет-страницы по адресу www.knls.net.